одна большая пещера и несколько маленьких находится на берегу Бирюзовой Катуни. Вот так вот выглядит. Вот так вот подъем в большую пещеру. Всевозможные туристические аттракционы. Совы, попугаи. А что делают? Камни сбрасывают. Сбрасывают камни, чистят что-то. Это вот Катун. Вот. Озеро Манжирок. Вот там вот. Манжирок внизу. Вот. А, вон мы его видим, да? Да, вот. И вот на той горе, ну не на этой вот, а вот на той, видите, как и спуск, начало спуска. А это подъем на еще вот, больше выше, смотровая площадка. А что это вообще за гора или? Я не знаю. Никак не узнать. Никак. Элитные из Германии просто так за бесплатно никого не жалят. Принимают только евро, да? Берите секочки. Снизу резиночка. Ой, а мы знаем, мы уже были на дикой пасеке. Очень здорово. Ну, это вот самое, это... Такая вот замечательная потому, шапочка. Общем, у меня шапочка, да, с доступом пчел. Хоба. Идем на экскурсию по пасеке показательной. Я буду вашим экскурсоводом. Если какие-то вопросы будут возникать, то спрашивайте, не стесняйтесь. Посмотрите, вот на это здание у нас с большой длинной крышей. Оно называется амшани, другими словами, зимовник. То есть здесь у нас зимуют пчелки. Относим их сюда в конце октября, в начале ноября. Приносим в конце марта, в начале апреля, в зависимости от погоды. Само здание находится под землей, температурка там плюс 4-5 градусов. Но внутри в улях температурка доходит до 20, потому что тельца пчелок у нас выделяют тепло, так же, как и тело человека. Пчелки в улях собираются в такие клубочки и греются. Это у нас такое интересное приспособление пасечника, оно называется солнечная воскотопка. Сюда мы складываем старые соты, и здесь в жаркую погоду температура доходит до 80 градусов, а воск плавится при 60. Из старых сот воск у нас стекает вниз, из него мы делаем свечи и масляно-восковой крем варим. А это куда? А вот это у нас называется мерва. Ее добавляют в медовушку, в настоечки для цвета, вкуса и запаха. Почувствовали аромат? А можно да. Вот. Можно потрогать, только не отламывай, просто потрогать. Вот. Так. Подходите теперь вот сюда. Это у нас поилочка для пчелок. Но водичка в поилочке непростая. Мы в нее добавляем морскую соль, так как пчелкам сахара в природе хватает, а в солей и минералов недостаточно. Сами они их где-то в ручейках, в озерах могут восполнить. Но чтобы пчелки далеко не летали, мы им делаем место поближе. Водичка по желобкам стекает в опилочки, а опилочки у нас уже долгое время будут сохранять влагу. И пчелки хоботочки мы ее оттуда достанем. Так, здесь у нас можно возле колодца еще пофотографироваться.
это все у нас одна большая пчелиная семья. В одном этаже живет от 10 до 15 тысяч пчел. То есть во всем улье на пасеке может доходить и до 80 тысяч пчелок. В улье всегда живет только одна маточка, она сеет расплод. До 2500 яичек в сутки она может откладывать. Поэтому у нее есть такое большое брюшко. Живет у нас маточка дольше всех, 5-7 лет. О ней другие пчелки заботятся. Когда у нас... Кроме маточки в улье есть еще трутни. Трутни – это самцы, которые оплодотворяют маток из дверных ульев и поддерживают температуру воздуха здесь 36 градусов. Трутни живут у нас только сезон, 2-3 месяца, но что свои обязанности они выполняют только летом, а зимой они у нас слишком много кушают, поэтому пчелки в конце сезона выгоняют из ульев. Вот, вот так вот. Да. Все, дальше не подходим, так отлично. Даже да. На таком расстоянии нельзя? Вот так нельзя? Мы, да, Андрей, так не рекомендуется. Видите, они еще здесь не тают. У них такая большая траектория полета в жаркую погоду. Вот. Вот это отверстие, куда залетают у нас пчелки, оно называется литок. Возле литочка всегда есть группа пчелок. Это пчелки-охранники от других насекомых. Осыри, шершни, к примеру. Также, когда у нас молодая пчелка появляется, она сначала недельку живет в улей, узнает его изнутри, о ней заботятся. Также на восьмой день она из улья будет вылетать, несколько дней будет его облетать, чтобы узнать. Я расскажу вам, как пчелы живут в диких уголках. Самое главное для пчел – это запахи. Потому что каждая маточка у нас выделяет свои феромоны. И для пчелок все ульи пахнут совершенно по-разному. Поэтому они свой дом никогда не перепутают. Если семья пчелиная у нас уже стала очень большая, пчел много, работы мало, то они хотят разделиться. Несколько личинок кормят маточным молочком, эти ферментики сами пчелки у нас выделяют. Вот, в результате остается одна маточка, самая сильная, поселяется в этом улье. Вот, на пасеке их много улей поселит пасечников. В природе они выберут различные расщелины скалы, дупла деревьев. Весь этот процесс у них называется процесс роения, размножения. Ведь в итоге у нас с вами получилось две семьи. Так, пройдем. Здесь у нас можно пофотографироваться на фоне пасеки. То есть вот это уже наша пасека, на ней около 250 ульев. Кроме этой пасеки у нас есть еще и другие для разных видов меда. Потому что с одной пасеки можно собрать не более одного-двух видов, потому что здесь такие растения. Можно прям поближе здесь проходить, пофотографироваться рядышком. Мы можем с вами ходить, на все смотреть. Так. Ну что, пойдем сюда? Речки. Вот кто-то прилечь, кто-то присесть. Да, вот это деревянное, это у нас подушка, мягкая. Это кедровые брусочки на поролончике. Подушечка принимает форму вашей головы. Поэтому шляпки здесь можно снимать, они вам не нужны. Здесь у нас безопасно. Попробуйте, ложитесь. Полной грудью. Почувствуйте ароматы пыльцы, перги, меда, прополиса. Эти ароматы лечат вашу дыхательную систему, помогают справиться с астмой и бронхитом. К нам сюда можно приезжать каждый день с 9 до 10 утра, с 7 до 8 вечера. Имеет сотую форму шестигранников, потому что она занимает мало места и хорошо вибрацию передает, в которой пчелки общаются. Пчелка утром на поле слетала, узнала, где цветочки хорошо нектар выделяют. Прилетела, села на край рамочки, передала им вибрацию танцам. Они уже знают, куда им лететь и какие там погодные условия. А когда пчелка погибает, она старается самостоятельно выйти из улика, чтобы лишнюю работу остальным не доставлять. Ну, она мокрая. Да, ну здорово. Но они каждый год там все больше и больше строят. Там уже они почти до месяца строили. А что за... Вы все-таки им туда поставили... Три рамочки, чтобы они понимали, чего от них хотят. А они копируют? Ну, они, мы им поставили три рамочки, они такие, о, значит, здесь наше гнездо, там есть соты, значит, нам тоже нужно устроить. Извините, пожалуйста, вот сюда, здесь снимайте сеточки ваши, да, как вот. Мы с вами сейчас пройдем на карте, я вам немножко расскажу. То есть он
убирает различные ранки, мозольки, трещинки на пяточках, помогает при ожогах. И просто если у вас сухая кожа, лицо, ручки, ножки, мажем, как косметически. Здесь у нас кедровая, пихтовая жилечка, оливковое масло. И он вот так по щепоточке пыльцует. Я всем буду передавать. Пыльца, она укрепляет иммунитет, повышает умственные и физические способности, а также богата белками. Берите, протягивайте ручки, пробуйте. Это как витаминки для нашего организма. Кушаем по чайной ложечке с утра, и все время у нас хороший иммунитет. Все мы здоровы и счастливы. Так, берите. Полиса – это природный антисептик. При простудных заболеваниях грипп, ОРВИ, ОРЗ, при ангине горла полоскаем. Лечит кровоточивость десен, заболевания желудка, язвы, гастриты. Настойка восковой моли, она расщепляет восковую оболочку вируса. 2-3 недели болеете – отличное противовирусное средство. Убирает холестериновые бляшки, чистит сосуды, разглаживает постинфарктные рубцы и после инсультов. И вот корни. Дягилева, попробуй. Мост через реку Катунь. Вот такая вот бурая, мутная вода в реке. Здесь есть Голубое озеро. И что удивительно, в это озеро закачивают воду именно из этой реки. Весной она голубого цвета. Потом начинается таяние, ну то есть до таяния. Потом начинается таяние, и все становится вот такого бурого цвета. Въезд на территорию стоит 100 рублей на машины. Неважно, какое количество человек в машине. Вход бесплатный. Сегодня... Это была особая экономическая зона Бирюзовая Катунь. Городишко, село, не знаю, что это, Манжирок. И какая-то речушка впадает. Такая мутная-мутная. Насколько мутная большая эта река, это еще грязнее. Коттеджи
пансионаты, базы отдыха стоят непосредственно на берегу реки. У многих прямо на берегу беседки, шашлычные места. Конечно, потрясающие виды. Пору истлевший мостик. Идем мы вдоль речки. Какой-то затон тут. Лесенка с очень мелкими ступенечками, удобными для подъема. Прямо над обрывом. Такие вот берега у речки. Пробираемся горными тропами. Огромные сосны.